Добрый вечер всем. Многие, наверное, меня уже знают. Я Нерюс Космаков. По крови я по маме литовец, будькус. Мой дедушка отрубил в Сибири от звонка до звонка, а прабабушка дружила с Владимиром Ильичем сестрой. Пришло время задавать такие вопросы. Я сейчас езжу по всем форумам, где ваши друзья, Михаил Муратович Фридман, он задал такое на форуме, рассказал историю. Будет, наверное, и клопичанам она интересна. От чего больше всего гибнет в Африке человек? Многие сейчас зададут себе сразу в голове, от чего? От бегемота. Почему, говорит, я такой успешный в России? Я никогда, говорит Михаил Муратович Фридман, не хожу между бегемотом и водой. Потому что человек, когда идет между бегемотом и водой, он хлопает. Даже, знаете, это есть... песенка, да, не ходите, дети, в Африку, там бегемоты. Так хочу теперь вам задать, как очень великим политикам. Их сейчас я вызвал, многие люди, наверное, меня уже знают, как я представляюсь, Нерюс Николаевич Нестор, ННН в Клайпеде, и даже финансовый директор Назарбаев подписал мой финансовый проект для этого города. Хочу задать вам вопрос. Почему вы столько лет говорите о истории, той, которая нам уже не интересна? Это первое. Почему сегодня сидящие в Сейме чиновники с коммунистическими партбилетами и уважаемый Ландсбергис, которого я в России защищаю, как сегодня защищает здесь Владимир Путин? Когда я задавал вопрос всем 80 олигархам, говорю, я президента в обиду не даю, но у меня красиво, она держит мужчин за одно место. А Ландсбергис очень достойный политик, но вовремя надо уходить. И задал вопрос, как сделать так, уважаемый Михаил Муратович Фридман? Чтобы не ужал последний чернозем, и те, кто может сеять картошку, скоро жрать нечего будет в этой стране. Согласны? Да. А второй вопрос задал, хитро. Как мне стать городом мэра Клайпеды? Но я вел их далеко. Но когда ко мне после форума подошел один из богатейших людей России, который гораздо стоит дороже, чем все наши олигархи, которых я вызвал на ковер к себе и нашего президента, я не продался. Мать Родина не продается. Скажите, пожалуйста, можете быть моей предвыборной кампании, в следующем году я выдвигаюсь как президент этой страны? Я позволю себе ответить вам на вопрос по поводу истории. Народ, у которого нету прошлого, у того народа нету будущего. Нет, надо знать историю. И... Мне кажется, что вы на этот вопрос ответ знаете. Но было бы не совсем правильно, чтобы нашу прекрасную встречу превращать в предвыборную агитацию. И это, видимо, ну, как бы можно другие найти формы. И все-таки, вы знаете, почему сегодня в наших постсоветских пространствах так много узнаваемого из той эпохи, И прежде всего потому, что в большинстве своем мы до сих пор не поняли, что произошло. Мы не поняли, как произошло. Мы не поняли, откуда мы родом. И мы не поняли, что с нами было. И почему постепенно, день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетие, мы ностальгически к тем временам возвращаемся, имея паралич мозга, левое полушарие отключено, где логика должна работать, а правое, где эмоции и некоторые памятные дни, там, дней рождений, пионерских лагерей и турпоходов, они у нас ожили. Пожалуйста, мы желаем вам успеха и в президентских выборах, и в мэрских выборах. Но не ссылайтесь ни на Фридмана, ни на свои, я бы так сказал, легковесные аналогии. Повторяю, будущего нет у той страны, где не развита культура памяти. И мы сегодня все так или иначе находимся в травме постимперской. Иногда говорят, вот режим Путина, вот сегодня Россия изгой в мировом сообществе, нарушая нормы международного права. Имперские амбиции, реставрируются советские идеи и нравы.
Да нет, это же не амбиции, а это синдром. Это форма глубокого ментального заболевания, которое, если мы не продиагностируем, мы никогда от этого не избавимся. И это очень важная проблема для всех нас. Есть так называемые фантомные боли, есть так называемые травмы памяти, травмы недопонимания. Поэтому никогда не соглашусь с вами, что можно забвению прошлое отдать и научиться жить сегодня достойно, свободно и успешно. И последнее. Мне нравится ваш темперамент, мне нравится ваша стилистика, но мне не нравится ваша конечная цель. Цель не стать президентом или мэром. Любая власть – это средство. Это приложение к тем убеждениям и взглядам, к тем идеалам, к той нравственной, духовной позиции, которую каждый из нас, как политик, себе исповедует. То, что я начинал вначале говорить. Вы ничего не сказали о своей вере. Нет, так есть же еще много, люди же есть. Я очень извиняюсь, одну секунду, чтобы пока никто не расходился. Потому что после того, как мы поговорим, вас ждет удивительный концерт. Концерт русского романса. Так, еще один вопрос, только, пожалуйста, формулируйте коротко и ясно. Потому что время идет и... Так. Разрешите. Уважаемый Геннадий Эдуардович, вам удалось развалить Советский Союз. Что помешало вам развалить Россию? Ни Советский Союз, ни Россию, ни мне, ни вам, ни всем вместе развалить не удастся. Есть наше глубокое наследство, и мы его преодолеваем каждый день. Империя формировалась столетиями. Советская империя в этом отношении была апогеем этой тоталитарной системы идей и действий. Наш путь к свободе в высшей степени трудный. Более того, я могу сказать, может быть, самое-самое сегодня обидное. Свобода для каждого нормального человека – это самая желанная ценность. Но она самая трудная для понимания. Что значит быть свободным? Как быть свободным? Какую ответственность берет на себя человек свободным? Да, дадим. И, наконец, она самая сложная по реализации. Потому что мы знаем десятки примеров, когда вчерашние демократы, митинговой демократии, получая какие-то властные полномочия и должности, очень быстро превращаются в классических бюрократов и сами себя забывают. Мы знаем десятки примеров, когда нам с вами очень трудно взглянуть на себя изнутри и перестать надеяться на кого-то. И это главный урок этого 28-летия. Спасибо. Спасибо большое. Так, последний вопрос.